Всем привет, друзья! Киз Баттл у нас на связи. В общем, не знаю по какой причине, этот засранец меня не окупает уже, ну, наверное, порядка месяца-полтора. Тенденция такая, что тот аккаунт, на котором я выбил офигенный юсп, вот, на нем я уже все закончил и больше снимать, скорее всего, не буду, потому что там окуп очень хороший по сайту, а плюс вообще суперский, и заходить туда смысла нет. Поэтому у меня сейчас играется второй аккаунт, но по какой-то причине он больше не выдает вообще. Любой кейс, который я открываю за последнее время, просто меня сливает. И, к сожалению, я не могу с этим ничего сделать. Ой, не кейс, а, ну, каждый раз, когда я депаю, вот, меня все сливает. Я не знаю, по какой причине все это происходит, и как это поменять, тоже не знаю. Депу уже делают даже не по, ну, там, не знаю, не по 50 рублей, а уже по 100. Могли заметить, там, 100 с чем-то было при начале ролика. И, ну, скорее всего, реже буду депать, а это значит, еще реже будут выходить ролики, но совместно с этим я хочу выпустить такую тему, как и на всех каналах, которые имеются. Это, ну, розыгрыши, все дела. Если у меня что-то упадет хорошее с Keys Battle, то запускается моментально розыгрыш на какую-нибудь пушечку, не знаю, там, рублей 50, 100, может, 150, не знаю, как пойдет. Вот, и будет разыграно среди всех тех, кто посмотрит, подпишется, вот, и поставит комментарий. Повод комментарий не знаю, и так комментариев под роликами нету, а это значит, что там 2-3 человека будет. Ну, какой в этом смысл, конечно, ну, я не знаю, если честно. А по поводу неокупа на этом сайте, где-то примерно уже 1500, наверное, навалялось. Нужно будет зайти в табличку экселевскую, но я ее, к сожалению, немного не заполняю в последнее время. Вот, за последнее время, вот как, блин, тавтология получилась. Я где-то депнул, в общем, тогда, когда не записывал. Достаточно порядочно я уже надепал сюда, вот, но не окупает. И вот стандартно вот эти 134 рубля получаем, да, и, ну, как все говорят, что Keys Battle — это сайт апгрейдов и контрактов. Ну, давайте, наверное, попробуем сейчас сделать упор конкретно сначала на контракты, а потом сделаем упор на апгрейды. И уже с этого посмотрим, что у нас получится, потому что с кейсов, ну, понятное дело, мы ничего не получаем. Обменник уже 30 рублей стоит, к слову говоря, раньше он по 80 там вроде стоил, что-то такое. Так, сейчас, значит, мы смотрим такую вещь, что падает плюс-минус не окуп или ноль. А пока что конкретно, чтобы вау как окупило, еще ни разу не было. Ну вот, только если в начале ролика там упал глок луны ночи, по-моему, с этого кейса, если не ошибаюсь. И на этом все. Вот мы добились до 50 рублей. Вот лунная ночь. Отлично. Сделаем контракт, тогда сделаем по 3 штучки. Стандарт. Ровно 100 рублей. Смотрите, в сумме получилось по открытиям. 18 рублей в контракт. Получаем 14. Плохо. Засовываем 11, 12, 14 рублей. Что-нибудь рисуем. 39 рублей в контракте. Получаем 26. Плохо. Засовываем 3 этих скинчика. 82 рубля в контракте. Получаем 110. Неплохо. Но давайте попробуем теперь сделать то же самое с этих вот апгрейдов. Сейчас долистаем. Да, вот. Откроем также на 50 рублей. Вот, вроде я нас 50 рублей открывал, да? Ну, ладно, в общем, сделаем так, чтобы было 7 предметов. Побыстрее открываю, потому что как-то должен закидываться, это уже 4 вроде, да, там 5 вроде как. Ну, нифига себе насыпает. Отлично. Там 7, наверное, получилось. Или, да, 7 предметов. Ну, поехали. Опять сделаем то же самое. 21 рубль в контракт. Получаем 34. Хорошо. Засовываем
Блин, даже не знаю, 90 рублей в контракт за 100 рублей. Ой, господи, не-не-не, точно нет. 200 рублей мы нафармили. Наверное, новые кейсы сразу нет. Точно открывать их здесь не буду, потому что сами кейсы просто помойные. Мусорные, это до невозможности. За 39 рублей, ну, условно, 40 рублей кейс, да, здесь очень много скинов, которые его мало того, что в 2х режут, так еще их очень-очень-очень много. То есть, вот, посланник к орфианам, окситка, всякие разные проводники. Тут, по-моему, еще какая-то... Вот, вообще ненавижу его. И окупных скинов таких, чтобы вау, по 100, по 80 рублей очень мало. То есть у тебя либо All-In, да, там, второго игрока с Айрексом. Вот динамика, которая не... Ну, давайте один разочек открою. Не окупит, я уверен в этом, прям практически на 100%. Ну, а, пришли, ненавижу тебя. Просто ублюдский скин. Не знаю, какой мудак засунул его сюда, но я уверен, что у этого человека явно все хорошо с деньгами, потому что я не знаю, что я несу, блядь. Ладно, поехали дальше. Скин, короче, помойный, вот, скин помойный, и кейс помойный тоже. По поводу того кейса, который там за 750 рублей вроде как называется, Фурия, или около того, не помню точно, но тем не менее скажу точно, что... Открывать я бы его не стал. Даже если бы нафармил 700 рублей, и у меня был бы вариант, я бы, наверное, просто сделал бы хороший апгрейд, коллекцию апгрейдов, и на этом все. Ну, соответственно, вот и порешали. Падает нормально. Только сказал нормально, падает мусорно. Нормально. Надрыв, по-моему, дороже был раньше, но это уже другая... Открываем быстро, и еще разочек быстро, и идем в апгрейды. Те, что у нас по рублю упали, наверное, засуну их в контракт. Свайп апгрейд это смысла не имеет. Ну, что там еще? Ну, вот это 24 рубля. Вот еще вот это и вот это. Ну, и вот это. И 49 рублей, получаем 97, неплохо. По апгрейдам, значит, что мы будем делать? На данный момент какого-то особого плана у меня нет, поэтому будем делать, ну, 55 в голову число пришло, черный галстук, поехали, первый апгрейд. Катится отвратительно, попробуем другой скин, вот этот новенький, который был. Ну, тут все уже понятно. 36%, очень хороший. Ну, вот этот зашел, по-моему, да. По итогу мы особо не улетели, те же 200 рублей получилось, не знаю, есть ли смысл вообще что-то продавать, конечно есть, открыть хочу, что... вообще не знаю по поводу этих кейсов, не хочу олынить, особенно в то, вот GTA San Andreas был топовый кейс, зачем его убрали, вообще понять не могу. Ладно, попробуем Glock 7, открыть два раза, посмотрим, что упадет, и из этого уже сделаем вывод. Первое литье, минус. И второе, минус. Нифига, минус, вообще в ноль, бля, побрил практически, пиздец. А второе, 77 рублей. В общем и целом, мы на этом кейсе в минусе. Не знаю, М4, А4 в 7, которую я ненавижу, но один мой хороший друг по какой-то причине очень любит ее, а мне отсюда падает мусор. Ебаный мусор, блядь, с этого кейса ПКД падает просто, ну, прям всегда. 125 рублей эта помойка стоит, у меня не хватает денег, я почему-то думал, что 115, но ладно. Вот я уже слился на 75 рублей. Подрочим немножечко Silver Elite и, наверное, опять в апгрейды вернемся. Там мы будем уже по полному, так сказать, процессу делать очень много апгрейдов, хочу открывать эту гадость. И вот, блин, цель, если честно, я даже не хочу за 4000 ставить на этом аккаунте, мне бы тут что-то забрать и все. Ну как бы не вижу смысла никакого, каких-то огромных по балансу скинов. Сделаем апгрейд вот на эти 4. Скина, ну, наверное, не один, да, а, кто бы сомневался, конечно. Сделаем 70 рублей. Точно нет. Ну, вот этот, может быть, упадет. 13%, 16%. Хорошие шансы, заходили же ведь раньше когда-то. О, было же время. И вот этот вот скин. Ну, вот один есть. Отлично.
Ну, у меня идеи заканчиваются, а ролики тянуть я вообще терпеть как не могу. Вот, я что-то я потерялся, если честно, где мне те. А, блин, я извиняюсь, я слепой. В общем, 70. Блин, где-то еще один лежит. Вот он. Ё-моё, я вообще не вижу то, что находится в упоре. А, хочу что-то 700 рублей. Не так, чтобы охереть, как... Ну, ледяной уголь, наверное, не знаю. Хотя он, блядь, такая помойка. По продаже, наверное, я даже не знаю. Но не хочу лезть в это. Облом М-ка. О, прикольно, мне нравится. Статрек, правда. Не хочу статрек. Вот, скоростной зверь. Никогда у меня вроде ее не было. И вот опять. А, шанс 16%. Как я люблю лоу шансы. Да не знаю, наверное, да. Чё нет? А чё там, есть какие-то варианты получше? Ну, да я думаю, нет. Поехали. Посмотрим, сейчас зайдет, не зайдет. Может быть, зайдет. Похоже на то, что заходит. Ну да, заходит. Отлично, все. Я наконец-то купился на этом сайте. Сейчас посмотрю по автопродаже по поводу ТМ-ки. Но я уверен, что я ее буду закупать. Просто хочется с хорошим флотом выбить ее. Секунду, скоростной зверь. Вот, закаленная в помойку. 49, нормально, выводим. Ну, в принципе, что я могу сказать? Сайт Keys Battle, стандартный сайт, чисто ничего из себя не поменяющийся, но представляющий. Блин, все его знают, все на нем крутят. Вы же на этот ролик-то зашли, естественно, потому что вам нравится Keys Battle, кто бы сомневался. Не знаю, на самом деле, раньше, когда годика, наверное, полтора назад, ну ладно, год назад, в общем... Когда я отсюда ПКД просто мог выбивать по 500 рублей пушки, и мне этого было мало, я ебашил до последнего, пока не выдаст вот как чуваку какой-то там нож, мраморный градиент. Ну, я не успокаивался. А сейчас мне бы просто окупиться хотя бы разочек, блин, хотя бы что-то. Вот у меня есть Google таблица, называется... Ну, в общем, вот. Но я ее не заполнял вот эти дни, просто типа забил... Ну, соответственно, сейчас их заполним и по факту просто скрин приделаю, как это выглядит с заполненными полями. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Вот. Вряд ли кто-то досмотрел до этого момента. Всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, там все дела. Давайте, пока.